Записываю видео для проекта Планета.ру. Мой первый проект. Собираю деньги на оцифровку книжки. Книжка датирована 1879 годом. Руководство к частной хирургии для врачей и учащихся Франца Кёнинга. Перевод со второго немецкого издания Д. Фридберга. Книжка очень старая, почти без переплета. Не знаю, как она ко мне попала. Я хочу ее оцифровать и кому-нибудь либо продать, либо передать. Я еще не знаю, что я с ней сделаю. Но для начала надо оцифровать. Чтобы оцифровать, я планирую купить телефон. Приблизительно вот такой цены. Примерно такого качества. С хорошей камерой. Вот здесь написано 19 мегапикселей. Камера. Должно быть достаточно, чтобы хорошо оцифровать книжку. Я смогу ее оцифровать и выложить куда-нибудь для общего доступа. Все желающие смогут скачать эту книжку для изучения. Я не хирург, не знаю, какова ее ценность, но историческая ценность должна быть, потому что она довольно старая. Конец записи.